Так, ну вот я все-таки прохожу в этот зал. Здесь у меня все знакомые уже практически. Где же это будет проходить? Ага, проходить это будет вот на этом темном ринге. Я не вижу Сергея Шипова, но сейчас я его найду, конечно же, потому что он наверняка уже здесь. Давайте, вот такая. Тут главное мне найти все-таки какую-то точку опоры, чтобы можно было снимать. Так. Okay. Мы, потому что здесь два секундомера, здесь и записывать, поэтому мы так, в команде. Так, это боксерский компонент. Okay, so he has to know when to ring the bell when the round begins. То есть вы должны четко знать, что когда начинается раунд, вы обязательно должны, то есть как бы... Я показываю, да, и я смотрю за рефери, если он говорит тайм, я останавливаю. The cue is you hit the bell when the ring announcer says round one chess doing. То есть вы должны ударить в колокол. Это ринг-анонсер говорит раунд, а я это, он говорит первый раунд, второй, третий. After he says it. Но у меня такой вопрос. Если заминка, я смотрю на рефери. Если у меня время подходит, если подходит, и они все готовы, я время даю. Если вдруг форс-мажор, они не готовы, я время не даю, пока суд, это, пока рефери не скажет тайм. Окей? You have to look to the referee, and if it's some pause, and без его команды я не начинаю раунд. So before referee says that it's okay, he doesn't start. Потому что они могут не готовы быть, перчатки не одеты, а я уже время дал. We told with the referee, and it's fine with the referee. When the ring announcer says. Будут готовы, да? В общем, рефери все знает, и он. Я понимаю, я в общем, мы сейчас дискутируем. Я все равно сориентируюсь по работе. Просто смотрите, я дам время, а у них еще перчатки ни у кого нет. Рефери в курсе, и как бы он вам покажет, если что. Да, он с ним уже сам обговорил, и уже все там говорил. Если что. Кто-то из девушек, будьте рядышком, мы в самом начале, чтобы начать работу. Ну, да. Только я здесь вам говорю по-английски. Да, да, да. Нет, там еще Екатерина вот разговаривает, две Катни такие, да, две девушки еще, да? Если вам не трудно, конечно. Нам самое начать, чтобы не было проблем. Ладно? Им же тоже надо, чтобы пошло все гладко. А потом мы сориентируемся, нет проблем. He will see, it's no problem. We have always 1 minute break when you go. And show the signs, and after that, when the music is over, the ring announcer says round one, box, round one, and then the interval. It's always the same. Проблем нет, потому что каждый раз будет минута паузы, когда будем выносить таблички. У вас будет раз минута, чтобы спросить или уточнить, сориентироваться. Я просто чему-то.